Дорогие друзья, любители футбола, здравствуйте! Посмотрите, какую красоту мы предлагаем вам. Понедельник вечером из города-героя Волгограда. На Волгоград-арене сегодня классика российского футбола. Да-да, для тех, кто постарше, это звучит гордо. Волгоградский «Ротор» против Владикавказской «Алании». Заключительный матч очередного 12-го тура первой российской лиги. «Мелбет» первая лига в разгаре, турнир. Обратный отсчет позади. Стартовый свисток прозвучал у микрофона. Артем Шмельков работает для вас. Заключительный матч 12-го тура. Победа над Калининградской «Балтикой». Что касается «Алании», то эта команда не выигрывает уже 7 матчей. И вот сейчас очень горячо у владения Ростислава Столдатенко. В старте, как я уже сказал, Никита Плотников разворачивает снова на правый фланг. Швецов, подача, рикошет какой удачный, но завершать-то нужно совершенно не так. Михаил Агеев с линии вратарской и даже, по-моему, на полметра, метр ближе к воротам пробил, но просто классно исполнил. А здесь перевод налево, Заур Тарба, и хороша подача! Прямо над перекладиной бьет Виктор Нафиков. Это ответный момент «Алании». Это ответ как раз-таки на то, что создал «Ротор». Нури Абдоков под серьезным давлением. И вот теряет мяч. И отличный пас просто от Агеева. Будет завершение. Но как же так? Владислав Морозов перебрасывал вышедшего на него голкипера. Перебросит и перебросит. Но в створ попасть забыл. Чистый выход один на один. Отчаянный прыжок в ноги Солдатенко. Номер 76-й. Спартак Гогниев. Главный тренер. Ух, какой могучий удар. Издали Заур Тарба. Отважился пробить и пробил. А вот здесь удачный отскок для Соколова. Но где же эти все передачи? Так, какое спасение! Ростислав Солдатенко. Но это просто монстрический сейв. Удачный. Более удачного и нельзя представить. Отскок от ноги соперника прямо под удар Дмитрию Лаврищеву. И бил он, казалось, наверняка. Но как же среагировал голкипер «Алании»? Неудачно подставил ногу Константин Плиев. Расстрел буквально от Лаврищева. Не знаю, честно говоря, что он хотел сделать. Принять ли мяч или сразу сбросить. Но в итоге навязал борьбу, откинул на партнера. Подача, Семенов. Успеет Солдатенко к мячу? Успевает. А значит, финальный свисток. А значит, в заключительном матче 12-го тура «Ротор» и «Алания» очки разделили с двух ничейных результатов. С двух идентичных результатов 0-0.